теперь уже готовый, да? Желтый, дозрел уже. Потом секунду. Уже косить можно ячмень. Смотри, весь желтый. У меня вот зеленый. Ну, у тебя что, не такой сорт. Это у тебя не твой, твой же дальше. Весь равно будет зеленый. Да, а тут, смотри, ячмень готов уже тот, что мы проехали. А это что, зеленый? Конопля. Это тоже уже пшеничка. А тут раннюю ячмень, смотрю, уже и убирать можно, да? Вот что за деревней. Она уже полностью дозрела, желтая стоит. Сейчас вот тут ячмень. Попробуй. Вот ячмень готов. А, это почти готовый. Желтый стоит. На Сиваш поедем? Ага. Шваевский поезд, да? Лиля, я вот тут сегодня у тебя поймал. Диких, что ли? Да, да, я отпустил. Вот, да. Три утенка поймал и отпустил. А, детеныши? Да. Вот тоже готовый уже посев. Уже можно и... Вон, 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 смотри, 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 смотри. О, самолеты пошли. Смотри. Я не знаю, в кадр попадут, не попадут. Далеко. Далеко. Кориандр, да? Бар, бар, мандакин, давай чокнутые.